Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал «Китай стал ближе», сегодня пятница, а это значит, сегодня поговорим мы о муравьях. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Хочу принести извинения за то, что не было видео в среду по техническим причинам, по причинам того, что просто не успел, физически не успел. И также по этим же причинам не успел доделать формикарий, видео о котором было в прошлую пятницу. Ну, думаю, к следующей пятнице я успею его сделать. А сегодня давайте сделаем поилочку. Поилочку для муравьев. Посмотрел я много способов разных есть в интернете, но больше всего мне понравился способ со шприцом. Именно его я сегодня и хочу попробовать сделать. Значит, что нам для этого нужно? Для этого нам понадобится шприц. Вот такой вот шприц. И еще нам понадобится вата. Вот кусок ваты. Значит, в тех видео, которые я видел до этого, здесь наконечник был резиновый. С резиновым наконечником я не нашел. У нас вот такой вот пластмассовый. Ну, думаю, с ним тоже получится сделать. Так что давайте попробуем. Что нам нужно сделать для начала? Для начала нам нужно обрезать вот этот вот носик. Обрезали мы носик. Теперь нам надо обрезать вот эту вот часть. Вот эту вот часть. Она будет у нас закрывать вот это вот входное отверстие. Давайте обрежем и посмотрим, что у нас получится. Вот оно. И чтобы не мучиться, я думаю, мы прямо этими же остатками шприца и запихнем ее туда в дно. Да, вот так вот. Все, на место мы ее вставили. Я думаю, она воду пропускать не будет. Еще что мы сделаем? Мы сделаем ее покороче. То есть шприц 6-кубовый, как раз вот мы по 6 кубов его и обрежем. Вот, обрезали. И теперь нам осталось что? Нам нужна вода, чтобы наполнить ее водой. Ну что ж, давайте приступим к тому, что наполним водой. Для этого будем использовать другой шприц. Наливаем сюда воду. Берем кусочек ватки, делаю это все впервые, может быть, что-то сделаю не так, но надеюсь, что все будет хорошо. Мочим его, смачиваем. И засовываем в пробирку. Теперь, чтобы убрать вот этот вот пузырек воздуха, который у нас остался, видите, мы используем иголочку от шприца. Опять наполняем водой шприц. Просовываем ее вовнутрь. Не получается. Давайте тогда попробуем откачать воздух оттуда. Вот откачивать воздух как раз получается. Замечательно. Воздух мы откачали. И получилась у нас вот такая вот поилочка. В принципе, ничего сложного. Потому что сейчас начали топить. Очень жарко. И поэтому все-таки решил я сделать поилочку. Посмотрим, как будут ее использовать муравьи. И будут ли ее использовать они вообще. То есть для этого я использовал для поилки губку. Но губка быстро высыхает. И поэтому решил я все-таки сделать поилку. Муравьи живут и чувствуют себя нормально, но вот здесь вот осталось очень мало воды в инкубаторе.
Так что я думаю, скоро придется их переселять. Переселять формикарий их еще рано. Так что придется, наверное, переселять их в другую пробирочку. Воды осталось очень мало. И она убывает очень сильно, очень здорово, довольно-таки убывает. Сейчас жарко. Так что вода убывает очень быстро. Ну что ж, понаблюдаем немного за муравьями. А на сегодня все, я с вами прощаюсь. Оставайтесь с каналом, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока!